Сейчас мы выезжаем с реабилитационного центра социального станицы Ленинградской делать детям праздник, подарок определенный, это аниматоры, игры с ними, маленький такой стол для них, ну и подарки от прихожан. Это вот рождественская акция, которую мы делаем практически каждый год. Еще будем ездить по точечно, по домам, по малоимущим и поздравлять деточек с Рождеством Христом. Они, дорогие братья и сестры, приготовили каждому сладкий подарок к этому празднику, к этим играм с нашими дорогими лисичкой и снегурочкой, чтобы у вас праздник был каждый день и сладкий, и добрый. Поэтому я вам сейчас презентую, а там коробки стоят, каждый получит в руки такой подарок. Я еще раз вам желаю, чтобы в вашей жизни было больше радости, чтобы Боженька ограждал вас от всяких врагов, видимых и невидимых, чтобы у вас все было хорошо. Еще раз вас поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Все вместе спасибо! Спасибо! Храни Господь. А дальше теперь играемся. Ну вот праздник для деточек вроде состоялся, деточки еще играются с такими сказочными персонажами, Снегурочкой и Лисой. Ну, по нашему законодательству нельзя детей в лицо снимать, тем более всяких учреждений. Но сегодня для нашего реабилитационного центра для детей сделали такой праздник. Благодарю всех, кто помог в организации этого праздника. Максима, хозяина этого здания, кафе-дача, прихожан, которые подарочки свои жертвовали, кто сами подарки, кто денежку для деточек. Искренне я рад, что есть добрые сердца, которые не безразличны к беде людей и всячески пытаются участвовать в жизни как детей, так и других нуждающихся людей. Вас же храни Господь!